В реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, что в Чернолуче, сегодня необычный день. После процедур и ежедневных лагерных дел – долгожданное событие. Спартакиада для сильных духом ребят проводится в нашем регионе в 15-й раз. В программе соревнований дартс, пионербол, состязания в бросках мяча и метании колец, эстафета, настольный теннис и шахматы. Здесь нет там цели добиваться каких-то результатов, высоких рекордов. Ну, то, что та база, которая вот сегодня здесь есть, она позволяет во время вот оздоровления заниматься физической культурой. Такой эмоциональный должен быть всплеск. Мы приготовили для них сюрпризы, подарки. Я думаю, что им будет интересно посоревноваться, но пусть даже в таких не слишком серьезных видах, как эстафета, там пионербол, дартс. Я думаю, что прежде всего это должно быть на высоком эмоциональном уровне для них. Здесь с людьми можно пообщаться. Например, в городе проблемно, может быть. А здесь как бы все свои, можно так сказать. Именно поэтому здесь проще познакомиться с новыми людьми. Мне больше всего нравится бросать в кольцо. Еще вот мне нравится в спартакиаде это бросать в дартс. И играть в пионербол. Все нравится? Да, все. Спартакиада – это такой какой-то большой праздник для нашего лагеря и какое-то большое объединение нашего духа сильного. И для ребят, которые вообще тут первый раз приехали, сплочение какое-то, им какое-то развлечение, пробование себя в каком-то виде спорта. Возможно, они потом приедут домой и пойдут этим заниматься. Мы рады, что паралимпийцы 15-й раз у нас. Мы довольно-таки-то дружим. Тесно с Центром паралимпийской подготовки. Детки отдыхают у нас ежегодно, тем более в летний период времени. Вот такого сплоченного коллектива, как паралимпийцы, наверное, надо поискать. Они сами по себе, работая в своих командах, проводя тренировки, они очень дружные. Мое лето здесь проходит круто. Это интересно.